результат был у моей мамы, которая 25 лет болеет сахарным диабетом. Меньше там 15-17 сахара на протяжении 25 лет не было. И болезнь Паркинсона, когда голова трясется. И весь букет, в общем, из-за сахарного диабета. И когда угостили просто пачкой Мелс меня, у мамы через 20 дней пошли хорошие результаты. И через полтора месяца у нее прошла болезнь Паркинсона, то есть голова и руки перестали трястись. И сахар сейчас находится у нее 7-8. И давления, гипертонии никакой нету. Она чувствует себя очень хорошо.